Братишка, если тебе нужен левел или игровая валюта в GTA Online, то тогда заходи в мою группу. Прямо сейчас у нас проходят скидки. И за небольшую сумму ты можешь стать настоящим мультимиллионером. Прокачиваем аккаунты на все платформы. Мы уже прокачали сотни аккаунтов, поэтому заходи и закупайся по полному. Ссылка на группу в описании. Всем привет, дорогие друзья! С вами снова Дани, а также Юрчик. Мы находимся в GTA 5, и это шоу «Битва воров». Здоровки, народ! Итак, ребята, сегодня мы с Юрцом будем угонять тачки прямо из порта, ребята. Здесь реально очень много прикольных тачек, поэтому заранее ставьте лайки. Давайте мы соберем 5000 лайков под этим роликом, и я сниму для вас новенькую серию по этой рубрике. Ну, Юрец, стартуем мы с тобой на счет 3. 1, 2, 3, поехали! Время пошло, и мы начинаем, ребята. Мы врываемся, и я уже... А что это, почему они пляшут? Слушай, эти танцующие прицепы меня прям смущают максимально. Так, ладно. Ну да, если бомбанет, бомбанет знатно. Да, бомбанет знатно. Короче, здесь подборочка-то... Заводись. Подборочка-то здесь, однако, знаешь ли, лютая, я тебе скажу. Здесь есть что угнать. И... Да, ты, конечно, знаешь, что угнать, конечно, BMW. Я еще и Бугатти хотел бы угнать, все-таки деньги. Бугатти, все-таки деньги. Ладно, я забрал Кёнигсеги, вопрос, как они вообще, хорошие или плохие, я не знаю, но надеюсь, что прям будет по кайфу. А я тем временем привез уже первый прицеп, как и ты, в принципе, поэтому окей. А знаешь, что я подумал? А ладно, неважно. У меня была идея одна, знаешь, типа скинуть прицеп и на фургоне ехать дальше, но потом я подумал, что это будет дольше. Потому что на байках быстрее можно добраться, чем на этих грузовиках, поэтому окей. Так, дальше мы... Ты как? Эффективно спрыгнул. Это как так получилось? Да получилось как минимум прикольно. Это подстава, конечно, под колесами. Автоподстава, но на самом деле... Ты сейчас взорвешь прицеп, дядя, осторожно. Да, ну чуть не взорвался, ну прям, знаешь, облизнуло, получается, бочку взрывную. Так, спокойствие. Тихо-тихо-тихо, главное... Так понаставили тут бетономешалок. Главное, короче, по скутерам не ездить, потому что не могу взорваться. Это будет максимально жестко. Окей, я привез... Второй мост. По два прицепа уже у нас на базе, на самом деле, прямо с тобой. Да, ты свой поставил вообще максимально неудобно так. Ну, я прям около своих байков поставил, ну так получилось, что поделать. Так, окей, садимся на вторые байки, на третьи байки уже, и поехали дальше. Прошло у нас со временем уже почти 2 минуты, и машин у нас уже с тобой много, поэтому... Ладненько, тогда мы врываемся сюда и... Садись! Что такое? Что? Как ты это сделал? Что сделал? А что случилось? А, прицеп взорвался? А ты что забираешь? Да, я прыгнул за ролик, непонятно как, вот сюда да? Хочу. Ну давай, сюда тогда, я вот это возьму. Ой, промахнулся. Посмотрим, ох, я в дрифте зашел, только почти зашел красиво. Так, давай, так, подцепляем, байки поехали. Зло, байки лучше не трогать. Да, сейчас заехал на него такой. А сейчас, чем так едешь странно? Типа, можно же проехать вот здесь, прямо так вот бац, и все, и поехал. Бам, и улетел с стратосферы, я поорал. Да, это было бы GTA. Прикольно, но... Ну ладно. Так, окей, по 3 прицепа есть, ребята, все прицепы вроде как мы с тобой там забрали, которые были, теперь нужно быстро угонять все, что там еще есть у нас, поэтому газу. Так, ты там тоже понимаю, потихонечку... Понимаю, гуляй, как у тебя вообще дома, ну чувак. Вообще, да, просто как будто... Так и надо. Так, слушай, я заберу... А, интересно. А я вот это заберу, кстати говоря. Блин, прицеп, пожалуйста, только не взрывайся, я тебя прошу. Ты забрал Audi, блин, да. Я забрал, да. Эва, я забрал. Поэтому тоже знаем. Неплохо. Так, разные кучки надо делать как-то. Ну да. Так, окей, садимся дальше, поехали. Прошло, блин, 3 достал. Минуты. Что, ходит здесь? Ты его сбил? Я думал, ты упал, короче. Так, сейчас заберем еще вот это. Да ты что, живой, что ли, что собак? Да, он слишком живучий, да. Так, давай, заводись, поехали. Так, давай. У-ху! Понял? Нормально, все. Жив, цел, орел, ты уже дальше ехал? Че, прыгаешь на байке, да, что ли? Что, ты прям прыгаешь? Это жестко, братан, надо хотя бы садиться в них. Так, давайте мы сейчас так вот сядем на байк и поехали. Как сесть в байк, я не знаю, но с 2 метров я на него прыгаю. Ага, я понял. Так, ты забрал рейнджа. Ой-ой-ой, это плохо. Че там? Тебе надо свою фуру срочно переставить. Почему? Тут один мудак ее чуть не взорвал, так что. А, понял.
Понял, принял, да, надо будет переставить. Так, я забрал. А второй мудак ее тоже. Короче, там сейчас бум будет. Хорошо, что я подальше твоих поставил. Серьезно? Ой, спасибо, ворота сломал. А где? А где я? А, реально. Уйди, дурак. Да, я тебя уберу нафиг. Не подходи ко мне больше. Вообще, лютые. Он вообще решил по байкам прокатиться. Так куда ты идешь-то? Так я тебе что я говорю? Сядь ты на байк уже, господи. Так, прошло у нас 4 минуты. Ладно, надеюсь, что все будет окей, потому что бум не хотелось бы сегодня. Как это паровозик сделал, бум, так-то, помнишь? Так-то да, бум так, точно не хотелось бы. Так, что-то еще есть. Ладно, заберем в таком случае сейчас вот этот вот Линкольн заберем, тоже неплохо. Но у меня последний матч, неплохо. Как бы выбора много нету. Ну, возможно. Так, еще есть все, буквально... Все, больше нету, что? Еще есть. А я не вижу ничего больше. А там еще есть. Ну там X5 стоял. X5, да, стоит. Камон, ну хотя бы X5 тоже неплохо. Еще есть 2 секунды, я успеваю сесть как раз таки-то в последнюю машину, поэтому, ну, мы с тобой здесь и устроили прям хабар лютый. Тачек просто море, и как раз таки-то сейчас я забираю последнюю тачку. Да-да-да-да-да, прекрасно. Ребятки, все, в принципе, время закончилось, я успел сесть в машину. Это X5, слушай, прям такой прикольненький. Хотя он, конечно, ленивенький, но, в принципе, прикольненький. Ребята, давайте попробуем посчитать стоимость тачек, учитывая то, что у меня здесь есть 5... Что вы делаете? Ё-моё! Я перестраховался, и, короче, один фургончик подальше увез. Я тоже, пожалуй, сделаю... Вот так вот, все. Короче, получается, что у меня здесь 5 Porsche, 5 Dragsters, 5 Koenigsegg'ов и много-много разных машин. Что здесь мое и что здесь твое? Ну, у меня вот она, моя кучка. Да, мое получается вот это, и вот все оно здесь. Ребятки, короче, вы пока в комментариях пишите, как вы думаете, кто зарабатывает балл за стоимость, потому что в сумме вроде как мы с тобой здесь угнали 40 машин. Это прикольненько. Но мы прям быстрые машины, гоним на первое испытание. Итак, ребята, пришло время для первого испытания. Это у нас смертельные шашки. Это BMW i8 против Koenigsegg. 1, 2, 3, поехали. И так, старт у тебя явно лучше. Ты шлифуешь, да? Немножечко, да, прошлифовал, но как будет дальше, пока непонятно. Тапку в пол жму. Ты не отстаешь, хотя да. У меня скорость 300, значит, у тебя тоже 300. Я 370 иду, дядя! Бляха! Что убрался, это было? Не знаю, ты передо мной прям пролетел. Да. Не, ну окей, разгон у Koenigsegg не быстро, но максималочка, видимо, у него прям хорошая. Прям порадовала меня 370, на самом деле. Но я не видел, сколько у меня было максималка. Ну реально. 350 точно было. 370 я ехал стопудово. Ну он... Да. Ну так, более-менее. Не совсем, конечно, хорошо, но просто более-менее. Так, здесь поворачиваем налево. Как тебя теперь догонять-то? Убрался, два, да? Зеленых придурка с тристракера стоят. Прям одинаковых, понял? Понял. Так, давай. Здесь только потормозить. Сбавить газ и газу. У меня 370 это максималка вообще. Да? Еще при том я убраться успел. Понял тебя. Два раза убраться успел. Нет, прямо в лоб въехал. Я бы тебя бы обогнал, если бы я ехал. Бот исчез. В смысле? У него врелся, он исчез. Да. Она идеально стоит на дороге, потому что она, короче, ну, прям вот после прыжков, она ее ни влево, ни вправо, она просто прямо идет. Поэтому прикольненький, короче, Koenigsegg. Прижимная сила хорошая. Да, хорошая, да. Но баки плюс то, что он не шлифует, он с места сразу едет. Да, хорошо. да, старт хороший. То есть я сколько раз врезался, за счет этого дальше сразу ехал, как бы очень да. По-барабану. Отлично, ребята, это твой балл, и поехали на второе испытание. Итак, ребята, пришло время для второго испытания. Это у нас прыжок веры. Будет интересненько. 2 скрамджета, однако. Это будет. Реально ведь интересно. Так. И ты там как? Ты там... Ага, ты полетел более-менее. Нет, ты врезался. Как так-то? Ты что-то странно. Ты что? Что случилось? По мне херануло, я назад улетел. Понял. Ну, короче, ясно. Я здесь явно балсу зарабатываю. Как первый. Как ты тут доехал? Ну, так вот получилось. Нитро хорошо прожал. Ой, не наводись на меня, братан. Давай, раунд 2, поехали. Ребят, нужно в этом испытании выиграть 2 раза, поэтому... Поэтому разгоняемся и... У-ху! Тебя бьёт! Я видел! Я потом это приближу, ты просто вру-вру во все стороны. Прикольно получилось, реально. Реально забавно, я еще прыжок у меня есть, тебе говоря, прикольно. Окей, собственно говоря, получается, это мой балл, это 1-1 по общим баллам. Мы, ребята, поехали, получается, уже на третье испытание. Итак, ребята, время для следующего испытаницы. Это у нас прыжок в длину. И у нас есть 2 тачки, которые прям прыгают классно. Используем с тобой 1 баллон нитро. И надеюсь, что мы сейчас с тобой прыгнем, потому что...
Скорости-то лютые, просто гляньте. 700, 800, 900. Догоняю тебя, кажется. Я не смог нормально полететь. А, ты как, я цепанулся? Более-менее. Я чуть-чуть бачком пошел. Я прыгну. Вообще на крыше, ребята, полетел, поэтому я сейчас перепрыгну. Пробую еще раз, просто как-то цепанул, короче, я при прыжке, поэтому нитро немножко я отпущу. И вот так вот, вот-вот-вот-вот-вот, идеально, просто перфекто. Это же как раз-таки та итальянская машина, это перфекто. А ты где, скажи мне? А ты где? Ну, тебя я не вижу пока. А, ты, ага, нет, дядь. Я перелетаю в ван вот просто. Вижу. Я офигеть как перелетаю. Я говорю, резко прыгнула как гелик, в принципе. Рикошет! Блин, в дерево! Странно получилось, но на колеса. Ну почти. И на колеса. Ну, да. Как бы для чита тоже Devil System дальше улетал здесь. Ну, это одно нитро. Это одно нитро, так и это... Нет, ты чё? Devil на двух нитро долетал до озера, как бы. Вот это я помню точно. Это под одним нитро перелет. Нет, Devil на одном нитро долетал обычно до рублевки максимум, да, я помню. А, ребят, короче, получилось хорошо. Это пока 2-1 по общим баллам. Поехали на четвертое испытание. Итак, ребята, время для следующего испытания. Это у нас дерби. Я взял, да, взял Вилар, ты взял автобиографию. Поехали. На этом Виларе я еще в дерби никогда не участвовал, поэтому даже интересно его проверить будет. Поэтому... Ой, что-то я. Ого. Спасибо, ты меня спас. Да, ты как-то... От верной гибели. Ого, нифига. Хера, ты что так пуляешь? Хера, он резкий. Да, хера. Ты что так пуляешь? А у меня машина сломалась. Сломалась? Все. Ну хорошо. А, ну она не газовалась. Это же Range Rover, бро, это все нормально. Это нормально. Поехали. Раунд 2. А ты что так выпулюешь? Я сам охерел, честно тебе скажу. Неожиданно было, очень. Ты чего с тобой не так-то, алё, ты даже не двигаешься? Не, я сейчас немножко двинулся, но не так сильно, как мог, конечно. Так. Да как ты так делаешь, алё? А ты как так делаешь? Красиво. Понял? Клоун, херли. Текаем. Текаем, так сейчас. О, хрена себе, ты отлетел. Слушай, охереть, у тебя там зацеп бешеный. Ты, блин, даже как не дворожник, а как суперкар какой-то. Слушай, ну прям хороший Вилар очень. О, он все полноприводный. Еман, полноприводный, реально. А, ладненько, мой бал получается. Да, сам не ожидал, но удивился. Поехали на следующее испытание. Итак, ребята, пришло время для испытания. Это у нас с тобой спринт-гоночка. Ехать нам 6 километров. Это Кёнигсегг против Бугатти. Раз, два, три, поехали. Стартуем мы. Да, старт у тебя явно лучше. Прям намного. Вопрос, что в плане маневренности. О, бетонная мешалочка, понял? Да, слушай, ну не вмешался в нее. Ну, по скорости у меня тоже про... О, ты куда, братан, держись? Ты куда улетел-то? Ну, по скорости, на самом деле, ну, неплохо. Так, надо сказать. Поэтому... Да я не знаю, что ты второй раз на Кёнигсегге, чувствую, придется бэху расчехлять потом. Ну, расчехляй, да, потому что у меня-то там просто особо-то не было ничего такого быстрого больше. Ямана, не, Кёнигсегг прям прет, охренеть как. А, столбик, в смысле, что за маленький знак был, который я сбил, а где боты все? У тебя есть боты? А где боты? Нет, ты впереди так. А где боты? Я впереди, ну да, я же не бот. Реально ботов нету. Ну, то у меня есть же боты, исчезают перед тобой все, которые есть. А, серьезно? Вот, появились, есть, они есть, они живы. Так, поворот направо, поворот, давай налево. Бугатти носит, конечно, жесть поворотов. Вот и Кёнигсегг тоже немножко носит на самом деле, поэтому... Блин, давай, газу, нормально, так. Будет сейчас прыжочек красивый, уху, хорошо. Слушай, какой ну... Какой нахер прыжочек, там автобус был? У меня не было автобуса, у меня все нормально было. Так, сейчас здесь направо. Направо. Не, ну, Кёнигсегг типа такой. Он, конечно, не супер там крутой, но он неплох. Он, во всяком случае, это лучший пока Кёнигсегг, который не чит. Среди всех остальных машин, которые у нас есть. Куда? А, я куда поехал-то? Подожди. Реально, я поехал на буквы, а не на квадрат. Блин, Вот это я завафляндился. Самое тупое, что я жестко врезался. Ну ты все равно впереди, вот это самое тупое сейчас. Вот я по привычке поехал, короче, на букву, что-то задумался как-то и... максимально получилось. Я смотрел на сонар, думаю, вроде же квадрат, думаю, куда он собрался. Я просто в этот момент еще в воздухе летел, думаю, говорить не говорите, но думаю, ладно, что сказать. Ах ты вафля. Блин. Вафля. Эх, обидненько, короче, да. Плюс-минус они одинаковые, я тоже 370 разгонял, потому что...
Да, короче, ну так бы, короче, я, да, лоханулся сам, ладно. 3-2 пока по общим баллам, поехали на 6-е испытание. Итак, ребята, время для испытания по стрелушке, если такова, то что нужно просто взорвать своего оппонента. Будет интересненько, 1, 2, 3, поехали. А, ну что, Юрец, давай-ка мы сейчас посмотрим, кто кого. А что они стреляют-то? О, во. Что-то я долго не мог стрелять. Так, давай, вот так вот, нормально. Кружим, вертим. Слушай, ну... Порш тоже неплох на самом деле, но, блин, тут вопрос, смогу ли я тебя взорвать? Ты потек, поджигаем. Очень быстро. Да, получилось максимально быстро. Да. Но, однако, вопрос, сколько бы я еще прожил, потому что у меня так тачка прям... Ну, хороша, да, на самом деле. Прикольненько получилось. Отличник, это мой балл. И поехали, получается, уже на 5-е испытание. Итак, ребята, время для испытания съезд горы Чилиат. И это будет, ну, реально интересно, потому что две крутецкие тачки. У меня вообще драгстер какой-то. У тебя классная i8. 1, 2, 3, поехали. Нужно первым быть на финиш. Это самая главная задача на сегодня, поэтому... Поэтому я взял, конечно, драгстер, потому что я понадеялся на его скорость. Но что будет в итоге, я пока не знаю. Ты прям так хорошо пролетел, да, я смотрю? Я немножко в сторону улетел еще. Да, я вижу. Блин, а это драгстер немножечко, он с проблемой с зацепом, но немножко держу его, получается, пока... Бля, муха, серьезно, он на маленькую елочку, как писюн из земли торчал, зацепил его. Вот, и я сейчас так же, точно так же, на маленькую елочку насел. Так, давай, газу. Вот это хорошо сейчас было. И еще. Давай, газу. Тоже здесь, ты уже здесь, тоже. Давай. Я перелетаю, нет, нет, на колеса. Ну ты при всем желании уже на драгстере сюда не приедешь быстро. Да, блин, нет, драгстер, он как... Я все почти рассчитал, кроме высоты, я ровно пролетел, но... Мне чисто елочки 2 раза помешали жестко. Эх, обидненько. Ладненько, получается, это, собственно говоря, что, это твой балл, и поехали на последнее испытание. Итак, последнее испытание, Юрец, поехали, посмотрим, что получится из этого у нас сейчас, потому что две крутецкие тачки, опять-таки. Ну да. А чё бы и нет? Такое. А чё бы и нет? Так, давай, да. Так, нормально, осторожненько. Ай-яй-яй-яй-яй. Нормально, здесь я пока жив цел. Я на самом деле даже без понятия, как драгстер с наката едет. Вообще, едет ли он или нет. Потому что есть такие драгстеры, которые с наката особо-то и не едут, поэтому... Так, нормально, я пока еду. Слушай, ну хотя бы... Пролетел, то есть я особо не еду, хотя бы я лечу, это уже меня радует. Как дела у тебя, расскажи мне. Ну, такое. Что такое, встал уже? Нет, еще еду, но сложный автомобиль, да? Тяжелый. Цепляет все подряд. А, понимаю. Так, ну я здесь, ого, а я куда? Ну мне это, куда я так, еще ни разу не спускался и... На самом деле получилось не очень, потому что прилетел туда, где как бы не было спуска. Так, спектейт сейчас подрубаем за Юрцом. Где же он там едет? А, он там летит скорее. О! Четко встал. А глянь, где я вообще. Посмотри просто, где я стою. А, что ты понял? Я сюда не приехал, я сюда прилетел. Да, как бы вот, я оказался вот здесь. Вот очень странно, но как получилось, так получилось. Ребятки, ставьте лайки с такой прикольненькой серией. Спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока. Пока, ребятки.